На президентскую елку у Минск отправилась дитячая делегация Могилевской области. 100 лучших представников научных установ Могилевшины, переможцы олимпиад, выдатники и спортсмены. Детей ждет насыщенная программа на протягу 2 дней. Ты сегодня рано встал, да? Рано. В 3:30. Не выспался? Да. Надеешься там отдохнуть? Что увидеть вообще? Очень хочу пойти в цирк, увидеть главную елку страны. Головная елка краины – значная подея у их житті, на ровных с олимпиадами и спортивными перемогами. Я безумно счастлива, что еду на президентскую елку, так как давно этого хотела. Ожидаю ярких впечатлений и очень хочу найти себе новых друзей. Я считаю, что я этого заслужила, так как каждый год я принимаю участие в районных олимпиадах по русскому, белорусскому и английскому языку. Талиновитые и отказные стороны. Все яны по праве заслужили гэтае свято. Очень давно хотел съездить на президентскую елку и старался в начале первой четверти. Занимаюсь вольной борьбой уже на протяжении 5 лет. Ездил уже на республиканские соревнования. Одразу по проезду дети крыху отпочнуть, после чего их чекает святочная программа. Для них в вечернее время будет организована дискотека, игры, различные мероприятия, чтобы создать им хорошее настроение, чтобы они бодры были, веселы. Ну и 23 числа состоится главное мероприятие. Это елка на главной сцене Дворца Республики с участием главы государства. Татьяна Дмитриева, Миколай Соболев, «Новини региона».